В Ржевском муниципальном округе освоено производство новой продукции, которую раньше в основном импортировали – клинкерного кирпича. Это позволит заместить дефицит зарубежных аналогов премиального качества на строительном рынке России. Напомним, что запуск производственного комплекса и выпуск керамической продукции под маркой «Волга Брик» после периода длительной консервации предприятия состоялся в августе минувшего года. В реализацию проекта уже вложено около 2 миллиардов рублей. Это позволило создать более 200 новых рабочих мест. На заводе установлена самая мощная по производительности обжиговая печь в России и в Европе. Это позволит производить до 1300 тонн единиц в сутки или 160 миллионов в год. Что касается области применения, то технологии изготовления и толщина клинкерного кирпича позволяют использовать его для мощения дорог и мостовых.